Этот район граничит с район Вил. Вот он, район Вил. С правой стороны буквально не вот оно море близко, но мы доедем еще туда. Я хочу. В Виллу мы не поедем, ничего интересного в этих виллах нету. Только помыть, если. А здесь, ты помнишь, были пески и вот этот район Вилл? Не, ничего помнишь, не да? было, ничего не было. И вот сейчас строят новые дома, Илья, если ты возьмешь вправо, видишь вот эти высокоэтажки, я не знаю, Анжела, если видит, вот хотелось бы, конечно, вот такие. Да. Ты видишь, по 20 этажей, тут больше, по-моему. Это вот совершенно новый район, вот он строится. Вот обратите внимание, я остановился специально, Илья. Вот, видишь, да? Посмотри, какие дома строят. Анжел, ты видишь? Вижу. Не впереди. Не впереди, вот он весь. Они одинаковые стоят почти. Да, посмотри, что творится. Вот это вот и кончается русский район, да? То, что было куплено на заре, допустим, Алии. Вот это, на заре Алии. Вот куплено, видишь, они такие. Все никто, никакая Ирия не может себе позволить строить двух-трехэтажные дома. Кто может это позволить? Никто. И все это вот граничит с песками. То есть город практически вот он кончается. Видите, да, это на окраине города строится. Ну вот с левой стороны сейчас можно взглянуть. Город строится на юг. Посмотри, какая красота. Посмотри на эти дома. Посмотри, а? Дина, ты видишь сама, Дин? Сумасшедшая красота. Посмотри на этот дом. А где Толя живет? Толя живет вон там, вот там. Вот где-то вот здесь он живет. Смотри, действительно, как раз живет. Видно, сколько населения. Посмотри на эти... Ух ты! Послушай, вот это район, конечно, отмочалили. Вот это красота. Вот это красота. Сегодня, чтобы доехать по Ашдоду с одного конца, час точно? Да ладно. Я тебе говорю, у нас девочки... Но на автобусе спрета, может на автобусе, быть. Это с остановками совсем, это 50 минут до работы, Саша. Если без особых там, знаешь, чтобы... Это самый новый район, вот это с левой стороны, самый новый район, вот его отстраивают, вот уже и заселили половину, вот это последний район, что его отстраивают в городе. Ну, красавец. Подожди, это не последний, а залили там строят. Послушай, красавец, дома красавские вообще, по 20 этажей, ну, красавские. Энмалякин, красавские все. Вот это вот край города, да, вот назовем. Но тоже фешенебельный район называется, он хоть на краю находится города, новые дома, красивые квартиры. И люди покупают, потому все что... маленьких домах. А, вон строится, а ты права. А видишь, я же тебе говорю, да. Залилька, уже начали опять... Еще что-то строят, ну, в общем. Она живет в коттедже. Нет, смотрите, у вас по большому счету, у вас здесь все дома новые. Но город новый. Ты хочешь по старому району, чтобы... Не, Анжела, есть где-то 3-4 района старых, мы сейчас даже проедем, там я покажу. Совсем, которые построены 30-40 лет дома. Ты же понимаешь, на что это похоже? Живут там одна наркота. Живет одна наркота, ну в общем. Да. 30-40 лет там назад. Мы живем в доме, сколько ему? Лет 50 точно. А что сравнительно молодой город, да, Саша? Он не молодой город, просто он разросся, это все новые постройки. Посмотри, на сами дома. Сколько мы живем с тобой в Ашдоде? Ну как приехали, с 92-го года. С 92-го года, 20 лет, да? 20 лет живем, 92-го года. За 20 лет сколько понастроили? Ну это большой срок, большое время. Взрослый вообще даже. Уже видишь, и с балконами, старые районы без балконов. Правда, сейчас достраивают. И дело в том, что это город на море находится. Это почти, и море все близко. Потому что 5-10 минут доходишь до моря. Вот мы на море приехали. Тоже фешенебельные дома возле моря вот стоят. Сейчас мы объедем эту тарелочку симпатичную. Лёшка тоже ее снимал. Да. Только она тогда зелени не было. Дождь, да? По-моему, был, тогда накрапывал, да? Да, погода какая-то была, понятно.
посмотрели. К сожалению, тут левостороннее движение. Дорогие, они считаются сегодня самыми престижными у нас в Ашдоде. И вообще это самое такое красивое место города. Вот мы подъезжаем, сейчас я вам сейчас покажу. Марина, это каждый, наверное. Я тут сделаю тут кружок небольшой. Значит так, как мне лучше взять, ладно, я прокатаюсь. Вот этот район, его начали застраивать, это единственный район в городе, в центре города, который до сегодняшнего дня не застроен. Не застроен, вот его начали, вот такой квартал, да, будем говорить, его начинают застраивать, это самые дорогие квартиры в городе и самые фешенебельные. Вот это прям, это центр города, который выходит на море. Перед нами киноконцертный зал в виде кита. Анжел, видишь, вот сейчас ты увидишь его? Вижу. Да? Вижу. Да, вижу. Да, вот он в виде кита. Правда, стекла должны быть повернуты к морю. Не, сейчас я проеду с той стороны, я проеду везде, чтобы вы видели. Если вы обращаете дома, ой, просто на, вот на дома, вы посмотрите, что это фешенебельно, видно, что это фешенебельно. Видно, что это красиво, видно, что это дорого. Вот они все идут на море, господа, все. Сегодня суббота, море, тепло. Ну, то же самое, что у вас в Хайфе, наверное. Вот тут я возьму налево, чтобы вы посмотрели. Вот с левой стороны, вот, пожалуйста, киноконцертный зал. Если взгляд налево бросите, назад чуть-чуть. Угу. Да, вот открывается. Это вот. Но он еще не открыт. Это старый Яд Лебаним, а это... Еще не открыт. Это Тахана Мерказит. С левой стороны Ирия, города Ашдод, вот, Ирия Ашдод, но не имеет значения, послушай, сам я говорю, конечно. Муниципалитет. Это, знаешь, Саша так возит, а Это все вы видите, что все это строится, все это центр, и все время постоянно строится. Постоянно. Жалко, что вы не приехали неделю назад. Да. Вот эта улица, она вся была закрыта. Вся, весь город вываливается на эту улицу. Там, где шпиль Адмиралтейства, выставляются заслоны, там люди не ходят, там машины не едут. И оттуда, и вот здесь стоят, вот тут стоят где-то 5-6 сцен, ансамбли, музыка. И в 10 часов, ну, в общем, вот тут у нас все гуляния народные происходят. Жалко, салют, что вы не... Салют, да, что вы не были на Йом Ацмаут, не неделю назад, а на Йом Ацмаут, когда мы хотели, чтобы вы приехали. Вот пока там пески, так оттуда стреляют. Вот отсюда стреляют, да. Теперь мы снова проедемся отсюда. Вот через месяц его откроют. Нет, тогда я сделаю еще полшага. Саша. Полшага вот отсюда. Он открывается через месяц. Я знаю, вот. Да, здорово. Уже у Ирки спектакли здесь будут проходить. Не, неплохо. Но они Мануй подняли тоже. Ну, понятно. Обрати внимание вот на эти дома, то, что вот стоят. Ну, на самом деле, видно, что шикарные дома. Можно вот здесь спуститься на море, но я хочу вас провести еще через одно место. Сюда со мной сейчас приедем. И вот стоят эти дома, вот они были куплены исключительно французами, и я не знаю, кто мог себе позволить. Они до сих пор полупустые стоят, ну, потому что их... Ну, в общем, как-то Роберт и его кенты собрались и сняли хату тут, слышишь, на вечеринку. Квартира на... дома, которые выходят на море, вот мы только с той стороны их объехали. А здесь, Саш, смотри, еще один пустырь, скорее всего. Это будет, будут что-то строить, не знаю, что. Тоже дома, наверное. Не знаю. Не знаю.
этот пятачок можно сажать 10 домов. Ты представляешь, вот тут в этих домах есть одна квартира, одна, вернее как, две квартиры, и видно, что хозяин один, он купил две квартиры перегородку снес, и получился один большой зал. Понимаешь, про что я говорю? То есть квартира из 200 метров превратилась в 400 метров. Эти дома, конечно, они очень красивые. Посмотри. А мне больше нравятся вот эти маленькие коттеджи. Какие коттеджи? Конечно. Не, ну а вот эти вот слева черные эти дома, посмотри, какие красавцы. Красавцы, Дина, что говорить. Посмотри, сколько этажей. Красавцы, красавцы. Солнечные часы. Первая гостиница более-менее приличная, что строится в Ашдоде. Представляешь, нету гостиниц в Ашдоде. Вот. Гости ее еще не... Представляешь, у нас каньон в городе, который не работает. Каньон, огромный каньон. Мертвый. Пока не было сети. Мертвый, не имеет значения, мертвый. Умер каньон. Умер каньон. Вот это. А вот это вот Бейтка надо. Для... Вот эта вот улица Рогозин, она считалась у нас центром города. Вот, посмотри. Представляешь, центр города? Да, я сейчас езжу на английском. Красивый центр города у нас был раньше. Старенький. Так называемый старенький район. Здесь вот раньше был Машбир. А сейчас это... Здание было Машбир. Ты помнишь, Саша? А сейчас это банк мой. У нас был вот такой вот, такой дом. Сейчас проедет, представляешь? Вот. У нас еще хуже был. Вообще говно конченое, вообще конченое говно. Вот тут моя работа с левой стороны. Вот недалеко, в принципе, от дома. Вон там. Газ выключил, мне отдала, ты что, не помнишь это? А да, я не помню. Я у нее убиралась. И вот это вот отсюда уже начинается новое. Видите, да, с вас переехали? 70 тысяч долларов. Я вот здесь не купил. Такие огромные деньги. За 70 тысяч долларов мы не купили трехкомнатную квартиру, потому что Дина мечтала уехать в Америку. Мечтала. Я же знала, что это белый. Ашкенази. Ашкенази. Вот это вот то, что ты видишь, это завод Дельта. Эльта, слегка. Эльта, военный завод. Вот это вот датишный район. Вот он с левой стороны. Ну вот они в зимних, в зимних шапках ходят. Ну он не такой старый ему. Ну он не старый, я тебе сказал, лет 15, я знаю сколько ему, да, Дин? Да, больше, да, лет 15, я думаю, что 15. Он не старый. Вот это вот старый район, Баф. Это ты старый. Но вот все равно, вот я говорю, чувствуются просторы, потому что тут все-таки нет софуфы. Не, он приличный район. Но вот там они вот ставят махсом, если ты сейчас увидишь, обязательно должен. А нету, послушай, нету, Дин. А что случилось? Есть махсом. А, вот он, есть. Я думал, что нет. Не обязательно ставят, настолько. Находятся коттеджи. По периметру этого района находятся коттеджи. Вот они, это тут, знаешь, такая полоса, так двойных, тройных полос. Коттеджи тоже симпатичные, все довольно-таки. Да, коттеджи и виллы. Есть еще это круг. Есть еще более внутренний круг. Мы сейчас заедем в него.
еще есть у нас круг внутренний. Тут ну, вот тут Меркас, магазинчики, и вот внутри, оно очень красиво. Красивый парк разбит с пальмами, с детскими площадками, с двумя школами. Вон тот дом, вон тот последний. Это мы жили там на 7-м этаже. У нас был огромный балкон 17,5 метров. Огромный балкон. Мы на балконе могли посадить 25 человек за стол. Запросто на балконе. Запросто. Сажали, да. Это вот школа, где учился Роберт у нас. Вот тут несколько школ. Ну, вообще район очень довольно-таки красивый. Очень-очень. И смешанные. Где коттеджи и виллы, жили израильтяне, так называемые коренные, а в центре это русские жили. Довольно-таки симпатичный район. Вообще в целом в городе русских довольно много. Да, да, да. Я думаю, что половина населения, 100 тысяч, я думаю, что живут русских. И вот так вот, очень красивый. Вот здесь недалеко, если выехать, то станция... Вокзал. Очень красивый район, очень. Слушай, достроили ту виллу в конце концов? Нет, просто вселились в нее. Это вот наш домик. Я до сих пор его люблю. Я тебе скажу, квартиру надо покупать хорошую. Вот покупаешь хорошую квартиру, ты всегда выиграешь на ней. Купил плохую квартиру, пожалел в какой-то момент денег. Посмотри, какой парк, представляешь, вот в центре района. Послушай, ну это шикарный район, я считаю, что очень красивый район. Очень красивый район. И зеленый, посмотри, какой он зеленый. Довольно-таки зеленый. Но когда родилась Шерон, нам стало мало места. Нам стало места, и нам пришлось уехать. Хотя район, расположение... Тихий, спокойный, знаешь, магистраль... Не, вообще не шумит ничего. Шум постоянно. Товары, только купить себе. Ничего не жалко. Когда-то. А что, народу не нравились пентхаусы? Жарко? Не, ну надо было платить же тогда. Как же? А, дорого. Ну тогда, сегодня все куплено. И тут не зря я тебе про планировку говорю. Ты обратил внимание, все вот так расчерчено, все улицы квадратами. То есть, ну, разумная планировка в городе. Разумная. И от нашего дома в 200 метров упала... А я хотела каньон показать, где находится. Упала ракета. Прям буквально возле дома. Вчера там проходили. Не показала.